Здравствуйте, ценители чая! Сегодня поговорим о чае с загадочным названием «Ялла Ночь» торговой марки «Мабрак». Вот уже 30 лет компания «Мабрак Тис» поставляет настоящий цейлонский чай из Шри-Ланки в Россию. Чай «Ялла Ночь» входит в серию «Древние легенды», каждый купаж которой за эти годы стал по-своему знаменит у ценителей цейлонского чая. За чаем «Ялла Ночь» стоит удивительная история создания. Ялла – это всемирно известный национальный заповедник на юге Шри-Ланки, где обитают десятки видов животных и птиц. В Ялла специалисты компании «Мабрак Тис» принимали международных гостей, опытных ти-тестеров. Там, на берегу моря, теплой южной ночью, за разговором, и родилась идея создать специальный купаж для русских ценителей чая. Основой для смеси выбрали популярный в России крепкий среднелистовой чай с бодрящим ароматом и ярким настоем. Энергию напитку придает цедра лимона и апельсина, а смягчают его вкус ноты клубники, спелого яблока и листья черной смородины. Чай с изображением девушки и антилопы на пачке сразу всем пришелся по вкусу. Это изысканный аромат в вашей чашке. Приятного чаепития!